чтобы простая, она сложная, но это, так сказать, straightforward. Он закончил школу там на пятерке, сдал там, или не сдал, даже его так приняли в медицинский институт. Он там отучился 5 лет на врача. И все, он получает диплом, и с этим дипломом его берут на работу куда угодно, типа, ну, по крайней мере, по всей Европе. И получается, да, что у него есть эта бумажка, с этой бумажкой его все клиники к себе...